Что это за картридж такой оригинальный? Оригинальный, да. Это картридж Sonic & Knuckles для Sega Mega Drive. Он необычный, а вот такая крышка открывается, и в нем еще один слот для картриджа. Вот сам по себе, если начнешь играть, то это будет обычный Sonic & Knuckles. А если на него, например, сверху насадишь второй, например, Sonic, второй или третий, то дополнительная функция появляется, что вместо Соника можно Наклсом играть. Вот второй Соник, кстати, пиратский воткнул, он работает. Видишь, сверху Наклс появилась. Да. Вон, зелененький фон. И все, пожалуйста, вместо Соника бегает Наклс. Ну, собственно, все то же самое, только Наклс.